прежде всего спрошу, спасибо, что пригласили меня, для меня честь говорить с вами сегодня. And just a few notes. I don't want you all to feel like you have to turn around and look at me. If you don't want to, we're going to watch a lot on the screen. So relax. This is a pretty informal session. И маленький такой комментарий. Я не хочу, не настаиваю на том, чтобы вы оборачивались на меня, смотрели. Очень много информации будет на экране. У нас достаточно неформальная сессия, поэтому достаточно, если вы будете отрефлексировать, это даже очень We're going to be looking at a lot of different kinds of multimedia today, and I just wanted to start right away with something that we can all understand together. Мы сегодня увидим много разного мультимедиа. Я бы хотела начать с того, что мы все вместе сможем понять. This piece is called Blanco, and it recently won an award with the World Press Photographers Association. Этот отрывок называется, то, что мы сейчас увидим, называется «Бланко», и недавно получил награду от Всемирной ассоциации фотографов. А звук можно сделать? Аудио должно идти.
Я хотела показать этот отрывок по ряду причин. Автором является фотограф Стефано де Луиджи. This was a major project where he spent a long time taking photographs of people who are blind. Это достаточно долговременный проект, где он провел, в рамках которого он провел достаточно много времени фотографировать слепых людей. And the multimedia project came about because he was looking for a way to make the photographs, which were part of a gallery exhibition and a book, more accessible to more people online. И, собственно, сам мультимедийный проект стал результатом его поиска способа предоставить доступ к этим фотографиям для большего количества людей. Фотографии сами изначально эти были показаны в рамках выставки и опубликованы в книге, но для того, чтобы открыть доступ к ним, он сделал такое. And the main reason I like it a lot is because it surprised me. I have some close friends who are blind, and I saw this, and it made me think differently about the struggles of blind people all around the world in a very poetic way. Почему мне понравился этот проект? Потому что я увидела его, и он очень удивил меня. У меня очень много друзей, у которых проблемы со зрением, и сам этот проект заставил меня подумать более серьезно о тех сложных ситуациях, в которых находятся слепые люди по всему миру. And as a radio journalist, that's my background and my heart is as a radio journalist, I was impressed that he did it with photos. И для меня, как для радиожурналиста, по сути своей, по происхождению, скажем так, для меня было очень удивительно то, что он сумел достичь этого эффекта, пользуясь только фотографией. And what I wanted to talk to all of you about today was really about the core of what multimedia is. И, собственно, о чем я хотела поговорить сегодня с вами, это о том, что является сутью мультимедиа. The word multimedia itself, I think, is a terrible word. На мой взгляд, слово мультимедиа — это такое ужасное слово. It says that many things are mixing together, but it doesn't suggest that word multimedia doesn't suggest what exciting things can happen when you use different formats to tell different kinds of stories. Само это слово подразумевает, что что-то разное смешивается вместе, но в этом слове не содержится ссылки на то, что очень интересные и замечательные вещи могут происходить при смешивании форматов. And so today I want to take you on kind of a journey. Starting with sound, which is my background and where all of us share in common a professional interest, and show you how to go from sound to more involved and elaborate multimedia projects. На сегодня я хотела бы пригласить вас вместе со мной отправиться в путешествие, где первая стадия, первая остановка станет использование звука, то, что является моей специализацией первичной, и затем мы перейдем к тому, каким образом можно добавлять что-то к звуку еще. So I began working as a radio journalist, but then was the first person ever hired by the New York Times to work with sound. Я начала свою работу, свою карьеру в качестве радийного журналиста, но затем стала первым человеком, которого газета New York Times пригласила в качестве человека, работающего со звуком. And when I first came to the Times, this is what they thought about audio recording. И когда я впервые начала работу в Times, вот таким образом они представляли себе работу со звуком. The first month that I worked at the New York Times, I would get a lot of audio brought to my desk that was recorded just like this. Собственно, первые месяцы, когда я только начала свою работу в New York Times, очень много аудио, которое мне приносили, они были аудиозаписи, они были сделаны именно так. And part of the problem was that all of these print journalists who are very good at their profession, they didn't really respect audio as a craft. Собственно, большая часть этой проблемы состояла в том, что многие журналисты, которые являются пишущими журналистами, они без особого уважения относились к аудио как к профессии, вообще к работе со звуком как к профессии. In fact, I even have one recording of a reporter in the White House with President Obama and his wife Michelle, and he. Собственно, даже у нас есть такая запись, где репортер присутствовала на интервью на общении с прессой президента Обамы и его супруги Мишель. And the president says to the reporter, "Can you move your microphone closer? I think it's supposed to be closer to me." И президент, собственно, сказал, что вот не хотите ли вы передвинуть микрофон ближе ко мне? Мне кажется, он должен быть ближе ко мне. And the reporter says, "Oh no, I think it's fine." And then she just points it to herself. Ну, и она отвечает, журналистка отвечает, что нет, я думаю, что все в порядке, и направляет микрофон на себя.
And we have a beautiful hour-long recording of the reporter, and you can barely hear the president and his wife. И, собственно, у нас есть чудесная часовая запись этой журналистки, репортера, где очень хорошо ее слышно, но фактически не слышно ни президента, ни его. And this happens a lot. And what I've learned in working in multimedia is that experts in one medium don't always respect the craft of the other mediums. Собственно, чему я научилась, работая с мультимедиа, происходит часто так, что эксперты в каком-то одном средстве выразительном, они не уважают специалистов в других сферах. I had one sports photographer go to a baseball game and tape a recorder to the wall to record sound. Была такая ситуация, когда фотограф поехал освещать бейсбольную, извините, игру, и, собственно, что он сделал, он приклеил клейкой лентой диктофон к стене. I've seen radio journalists take snapshot photos with their camera. Я видела, как радиожурналисты делают фотоснимки. And writers who expect that a video takes the same amount of time to shoot, edit, and produce as an article. И пишущих журналистов, которые считают, что на производство, на съемку производства и редактирование видео за примерно то же самое время уходит, какое они затрачивают на производство статьи. Each medium is special, and I have very good news for you today. Каждое вот это средство, оно особенное, и у меня для вас есть сегодня очень хорошая новость. In my experience, good audio and good audio practices are the foundation for great multimedia. По моему опыту, хорошее аудио и хорошая практика работы с аудио является самым важным основанием для мультимедиа. So how do you decide, how do you make smart decisions about what format you want to use? Как принимать информированные решения о том, какой формат лучше использовать? Each format has its own value. I think print can be a very efficient way to tell a story. It's very fast. У каждого формата есть своя ценность. Я считаю, что печатная пресса имеет свою печатный формат имеет свои плюсы в том, чтобы рассказывать истории. Это очень быстро можно сделать. When there's a lot of data or a complicated system that you need to explain, informational graphics can be the best solution. Когда очень много данных и какие-то сложные системы необходимо объяснить, инфографика может быть самым лучшим решением. Photos, like in the piece we just saw, Blanco, can show us things that you could never really put into words. А фотографии, вот как мы только что видели в этом отрывке, который называется Blanco, они показывают вещи, которые невозможно передать словами. And video can show us something unfolding in real time before us. А видео может показать то, как что-то происходит, развивается в реальном времени. But audio, I think, has some unique value that is important to understand. Но, на мой взгляд, у аудиоформата есть уникальная ценность, которую важно понимать. I want to talk about one example project that we did at the New York Times and how we used audio in it. Я хочу привести пример одного проекта, который мы сделали в New York Times, и того, каким образом мы пользовались аудио в нем. This is a project where we looked at the lives of men who had been falsely imprisoned and then exonerated or released after DNA evidence showed they were not guilty. Это проект, в котором мы обратились к жизням мужчин, которые были по ложным обвинениям помещены в тюрьму, а затем, когда появилась возможность проводить ДНК-тесты, были тесты проведены, и выяснилось, что они невиновны, и они были выпущены. So we had an article in the paper, as is standard. У нас была выпущена статья в газете, что является нашей стандартной практикой. But we also built a database. Но мы также создали базу данных. Where you could look at out of the more than 200 men in the United States that had been freed based on DNA evidence. И где вы видите всех этих 200 человек, которых освободили из тюрьмы благодаря свидетельствам ДНК, доказательствам с использованием ДНК. You could see if they received any compensation, any money from the state. Здесь можно увидеть, получили ли они какую-то компенсацию от государства. And if you look at on the right-hand corner, the black triangles, that shows you out of that big list of people, the ones with black had got some money. Собственно, и вот в правом верхнем углу видно такие треугольнички, видно как бы вот общую разбивку по тем, кто получил деньги, а кто нет. So the vast majority of these men received no money for their false imprisonment. Как видно, подавляющее большинство этих людей не получили никакой компенсации за вот это заключение без повода.
You could also look at how long they were in prison. And again, you see on the right-hand side, that shows for all the men in the database how long they were in for, and you know, many of them were in for more than 20 years. И опять же с правой стороны видно разбивку по тому, сколько лет они провели в тюрьме, и очевидно, что большинство из них провели в тюрьме более 20 лет. So this was an innovative way to show the numbers behind the story. Это был инновационный способ показать цифры, связанные с историей. But we wanted to do more. Но мы хотели сделать больше. Because there are human lives behind each one of these stories. Потому что за каждой из этих историй стоит человеческая жизнь. And what our reporter learned when they contacted many of these men was that their lives had been devastated by their false imprisonment. И то, о чем узнали репортеры, когда они связались с этими мужчинами, о том, что, собственно, их жизни были разрушены этим заключением в тюрьму, положенному обвинению. Many of them were lonely, sad, depressed. They weren't able to have relationships. Многие из них были одиноки, они были в депрессии, они не могли устанавливать отношения хорошо. And what audio could do better than any other medium was three things. И что аудио имело возможность сделать лучше, чем любой другой формат, это три вещи. One was allow these men to speak for themselves. Первое — это позволить этим людям говорить самим для себя. Two, present a very honest version of their story. Во-вторых, представить очень честную версию их истории. And three, convey the emotions of what they went through in the tone of their voice. И третье, передать те эмоции того, через что они прошли, пережили. Когда мы слышим их голос, мы слышим эти эмоции. So I want to play you one of these stories now from a man named Alan Kreutzer. Я хотела бы сейчас поставить одну историю из этих всех историй. Это история человека, которого зовут Алан Кроцер. He was in prison for 24 years, convicted of rape. Он был в тюрьме 24 года, был обвинен и признан виновным в изнасиловании. And he received no money from the state when he was released. Не получил никакой компенсации от государства, когда его выпустили. Многие думают, что просто выпустить меня достаточно. Этого недостаточно. Вы знаете, моя жизнь прошла. Мир, который я знал, его больше нет. Я иду в туалет в больнице, в Святого Антония даже не могу руки помыть, потому что я не знаю о том, что там есть сенсоры. Я никогда не видел автоматическую раковину. Я не знаю, какой включать. Я стою там и пытаюсь понять, предваряясь, что вытираю руки о полотенце, а сам пытаюсь понять, как люди ею пользуются. Я думал, туалет смывается автоматически каждые пару пять минут, потому что я не знаю, как им пользоваться. Весь мир встал с ног на голову и никогда не вернется обратно. Самое сложное с того дня, когда я вышел из тюрьмы, это то, что к тому дню моей мамы уже не стало. Пока я сидел в тюрьме по ложному обвинению 20 лет, она умерла. Она всегда верила, что меня выпустят. Поэтому она говорила мне просто молиться, и Господь усмотрит. Она всегда верила, что я не виноват, и это было самое трудное, понимать, что я не смогу ее обнять после стольких лет. We were able to reach about 60 of these men on the phone. Мы по телефону смогли дозвониться до примерно 60 этих мужчин. And some of them cried when they told us their stories. Некоторые из них плакали, когда рассказывали свои истории. Some of them vented the anger they felt about their false imprisonment. Некоторые были очень злые, и они, собственно, было очевидно, что они злые по поводу этого заключения в тюрьму по ложному обвинению. А некоторые просто были рады с нами пообщаться, потому что они чувствовали себя очень одинокими. And I think part of what that story showed to me early on, when I was just started at the Times, was that as you look at a story, you have to make a decision about what is it you're trying to give the reader. И, собственно, чему меня научила эта история, это было начало моего сотрудничества с New York Times, что необходимо понять, что вы хотите передать читателю. And again, audio does very well showing an eyewitness account or providing authenticity to a story and putting emotion into a story. И что аудиозаписи делают очень хорошо, они помогают рассказать, представить свидетельство очевидцев, эмоции
и придать аутентичность истории. Most of us are used to thinking about the question in radio: is this a good story for the radio? Большинство из нас уже привыкли исходить из того, когда мы выбираем историю, хорошая ли эта история для радио. But when you start thinking about working online and in multimedia, the question is different. Когда вы начинаете работать онлайн и с мультимедиа, вопрос нужно ставить по-другому. And the question is now: is audio the best way to tell the story, or is there another way? И, собственно, вопрос становится таким: является ли аудио самым лучшим способом рассказать эту историю, и есть ли еще более хороший способ? Now, I will tell you that audio by itself, just a plain audio file on a website, does not perform very well. Я должна вам сказать, что аудио само по себе, просто аудиофайл на веб-сайте, не так уж хорошо выполняет свою роль. People want to have something to watch. Люди хотят что-то увидеть, посмотреть. And that's why I want to talk a little bit about the most popular format of multimedia, which is audio slideshow. И поэтому я хотела бы немножко побольше поговорить о самом популярном формате мультимедиа. Это то, что называется аудио слайдшоу. Audio slideshows are the format that media organizations in the United States tend to learn how to do first. Собственно, формат аудио слайдшоу – это тот формат, который прежде всего научаются делать медийные организации в США. And why is that? Audio slideshows are relatively cheap. The software is easy, and you just have two formats: audio and photos. А почему так происходит? Потому что, собственно, производить это очень дешево. Аудио легко записывать достаточно. Программное оборудование сложное не нужно, и, собственно, всего два выразительных средства вы используете: фотографии и аудио. In a way, it seems like it should be simple. It's almost like a child mixing two colors of paint. И кажется, что должно быть все очень просто. Нам даже кажется, что это как ребенок, который смешивает два цвета, две краски. Yellow and blue should make green. Синий и желтый, и из них получается зеленый. But there's a danger here, and it's not always so simple. Но здесь есть определенная опасность, все не так просто. Sometimes you end up putting yellow and blue together and making a kind of a yucky brown. Иногда получается, что вы смешиваете желтый и синий, и в результате получаете такой противного цвета коричневый. And that's because creating multimedia is more than just adding photos to a radio story. Создание мультимедиа — это не просто добавление фотографий к радийной истории. And it is also more than just adding a music piece to a set of photos. И даже не просто добавление музыки к набору фотографий. The next thing I want to play you is a series of clips from audio slideshows that were made by people who work in radio. Теперь я хочу вам показать ряд проектов, которые были сделаны людьми, которые работают в радио. На радио, извините. And there's a problem with all of these audio slideshows I'm going to show you. И, собственно, есть определенная проблема со всеми этими аудио-слайд-шоу, которые я хочу вам показать. And I want you to watch for this when I show this to you. I want you to look for if the audio and photos are doing the same thing, telling you the same information, or different information. И, собственно, я бы хотела, чтобы вы обратили внимание, когда будете смотреть эти аудио-слайд-шоу, аудио и визуальная часть, достигают ли они одной и той же задачи, говорят ли они об одном и том же или о чем-то разном. У меня есть удобное большое кресло, и жена хотела, чтобы я убрала его из дома, теперь оно здесь. Здесь у нас большое здание, в котором хранился перегной. Мы посреди поля, и здесь гигантский термитник. В этой яме коричневая вода, смесь дождевой воды и перегноя. Я называю это перегнойным чаем. То, что мы видим, это деревянные шезлонги, установленные на остатках железнодорожных путей. Они сделаны просто из деревянных небольших планок. Из этой траншеи происходит небольшой приток. И она кладет термита в свой пакетик. А еще у меня есть генератор шума, который помогает заглушить большую часть внешних шумов, похожий на стиральную машину.
Ну, на мой взгляд, некоторые из того, что я вам представила, это просто плохие аудио-слайд-шоу. They were literally images put onto a radio piece. Собственно, они представляли собой просто фотографии, которые были наложены на аудиопрограмму. But really, what it's doing is it's missing an opportunity to use the magic of multimedia. Что происходит? Эти люди, эти презентации, извините, они просто не дают возможности почувствовать всю магию мультимедиа. The man in the chair who lived in the trailer with the photos of his family was a pilot who was far away from his family, sleeping in a parking lot at the airport. Собственно, этот человек с креслом, который фотографиями украсил трейлер, он это пилот, который далеко от своей семьи в это время, потому что он рядом с аэропортом вот проживает в таком месте, когда без семьи. And imagine if instead of saying, "I have pictures of my family and my wife," when you saw those pictures, he said, I'm heartbroken. I miss my son. I haven't seen him in 6 months. И просто представьте, что вместо того текста, где говорилось о том, что вот у меня фотографии моей семьи на стене, если бы он говорил, что я очень скучаю, очень мне тяжело без семьи, я не видел сына несколько месяцев. And you know, in the same way, when we work in radio, one of the things that we are skilled at is using the imagination of the listener like an empty stage. И, собственно, о чем здесь идет речь? Мы, когда работаем на радио, мы привыкли пользоваться воображением слушателя как такой пустой сценой. We describe things to put people on that stage, to describe the location, you know, what the landscape looks like. Мы используем описание, чтобы поместить людей на эту сцену, а описать тот пейзаж, в котором все происходит. This is a very important skill in radio. But it doesn't work when you add photographs to a piece like that. Это очень важный навык, когда вы работаете на радио, но он не срабатывает, когда мы используем фотографии. It's because photographs are better at showing a location and showing what people look like. So instead we use the audio for the same things I discussed earlier, emotion, someone telling their own story. Собственно, фотографии помогают представить и увидеть даже и само место, пейзаж, людей намного лучше, поэтому мы можем пользоваться аудио для того, о чем я говорила раньше, передать аутентичность, передать эмоции и дают возможность рассказать о чем-то с точки зрения очевидца. А сейчас я вам покажу самое мое любимое аудио-слайд-шоу. This is from a project called 1 in 8 million that the New York Times did in 2009. Это из проекта, который называется 1 из 8 миллионов. Это проект был сделан на New York Times в 2009 году. Yeah, 2009. For 52 weeks, every week there was one new audio slideshow. 52 недели, каждую неделю выходило новое аудио слайд-шоу. And each audio slideshow showed a character in New York City, someone with an unusual life or an unusual job. И каждое аудио слайд-шоу показывало персонажа из Нью-Йорка какого-то, у кого была необычная жизнь, необычная работа. And I will tell you a little bit more about how this project was made after we watched this piece with Maggie Mispier, the walker. И я вам расскажу немного побольше об этом проекте, как он был сделан, после того, как мы посмотрим аудио-слайд-шоу, которое называется «Пешком», и его героиней является Мэгги Нэшер. Pay attention in this to how the images and the audio complement each other. She is never describing the photographs literally. А, пожалуйста, обратите особое внимание, каким образом аудиоряд и видеоряд дополняют друг друга. Она никогда не описывает текстом то, что показано на фотографиях. У меня нет обуви для ходьбы. У меня никогда в жизни не было кедов. Я хожу в ботинках, ковбойских и на мотоциклетных. Я никогда не устаю. Я могу ходить подряд 14-15 часов. Ходьба здесь и ходьба за городом отличаются. Прошлым летом я собиралась купить грузовичок и нашла такой, который мне подошел в Пенсильвании. И я решила, что можно поехать на ночном автобусе и приехать очень рано. И я подумала, что смогу пойти пешком
В городе за день я могу пройти 20 миль. Я вышла и пошла, и вокруг совсем ничего не было. Только свекольные поля и кукурузные. И пройдя 5 миль, я села, даже на самом деле легла посреди свекольного поля и вызвала такси. И вы знаете, я думала, я так себя не чувствую в городе. Я быстро не хожу, медленно я тоже не хожу. Я иду в своем собственном темпе. Мне нужно продолжать двигаться. Если я не двигаюсь, мои мысли тоже не двигаются. Я переживаю эмоции, их так много. Я то счастлива, это как качели. Иногда мне грустно, я расстроена, раздражена. Я думаю обо всем. Если я не иду пешком, я не могу думать. Если у меня нет настроения сталкиваться с людьми и вообще быть рядом с людьми, я иду туда, где нет толпы. Я могу найти улицу, на которой никого нет, прямо посреди самого интенсивного часа пик. И можно найти одну улицу в Нью-Йорке, на которой никого нет. Мне кажется, я не хожу по одним и тем же улицам каждый день. Я сворачиваю, когда горит красный свет. Если я вижу красный свет, я не жду, я просто сворачиваю по другой улице. Я замечаю здание, когда смотришь вверх, там так красиво. Есть детали здания, которые я никогда не видела, никогда не обращала внимания. И в последнее время я все смотрю, часто чувствую себя туристом, смотрю вверх. Я замечаю здания, замечаю людей, тишину, шум. Все здесь, разное время. Разные места. Это то, что я люблю. И первый из них — это то, что нет никакого другого звука, кроме того, что она говорит. Нет ни шума улицы, ни шума от других, от толпы, от машин. And the producers of this story decided that because they wanted it to sound like you were just hearing her thoughts in her head quietly. Потому что продюсеры приняли решение, что история должна быть такой, как будто вы слышите ее мысли у нее в голове. And I talked to the photographer who shot every story in this piece. His name is Todd Heisler. И я говорила с фотографом, который делал фотографии для всех историй в этом проекте. Его зовут Тодд Хайслер. And you know, he said that they it was very purposeful. What they did was sometimes you are seeing visually the opposite of what you're hearing. И это, собственно, было сделано целенаправленно. Иногда вы визуально видите, извините, не, совсем не то, а абсолютно противоположное тому, что говорится. So the part where she goes to the country to buy a truck, you're seeing the image in the lower right-hand corner, which is some of the most urban imagery in the story. И, собственно, тот момент в рассказе, когда она говорит о том, что поехала за город в поля купить грузовичок, как раз образ, который вы видите, это фотография, которая сейчас в правом нижнем углу. Это один из самых урбанистичных пейзажей из всей этой истории. Many people would instead make the decision to show a picture of her walking in a cornfield. Многие люди приняли бы наоборот решение поставить туда фотографию, где она идет посреди кукурузного поля. Or worse, they would say, we can't use that story about the cornfield because we didn't take any pictures there. Или еще хуже, они бы сказали, что нет, вот этот кусочек про поля мы использовать не будем, потому что фотографии мы там не сделали. But I think a good story is a lot like a puzzle. Но мне кажется, что хорошая история очень похожа на такую головоломку, пазл. And you have to give the reader something to think about or figure out. You have to give them some space to imagine what's happening. И необходимо дать слушателям, извините, читателям что-то, о чем они могут подумать, чему они могут удивиться, о чем они могут задуматься. And the photographer for this story, he said that he really does not like to work on a story. Let's say you have a carpenter and you hear the hammer of the carpenter. It's just too obvious. И фотограф сказал, что он не любит работать над такими историями, где говорится о том, что вот у нас есть плотник, и вы слышите шум, стук молотка. And he says his favorite pieces have a little mystery to them. И он говорит, что его самые любимые истории, в них есть такой элемент тайны.
But it takes a lot of work to get to this place. Очень много работы требуется, чтобы такого уровня работу результат получить. And there are typically about 30 photos for these 3-minute audio slideshows. И как правило, около 30 фотографий используется в таком отрывке от 3-минутном слайд-шоу. Does anyone have a guess for how many photographs that the photographer would need to take for a story like this? Кто-нибудь может предположить, сколько фотографий было сделано изначально? It's about 1,000. Около 1,000. But when I sometimes work in with print, when I sometimes work with reporters, and I tell them I'm doing a 3-minute audio slideshow, I'm going to record 3 hours of audio. They're shocked. They think, why do you need so much audio? И часто бывает, когда я говорю с репортерами о том, что я готовлю какое-то аудио слайд-шоу, говорю о том, что нужно записать мне где-то около 3 часов, они очень шокированы, им кажется, зачем столько аудио для такой короткой истории. And when I've worked with some radio producers in the United States, they think the same thing. They think, well, I'm doing an audio slideshow, I need 30 images, maybe I'll take 100. И, собственно, когда я работаю с аудиопродюсерами, они готовят аудио-слайд-шоу, считают, что, собственно, фотографии нужно 30, но я 100 фотографий сделаю. And this comes back to the point of respecting the craft and profession of photographers. И, собственно, здесь мы возвращаемся к тому, о чем я говорила раньше, об уважении к работе фотографов, профессии фотографов. So now I'm going to show you most of the entire photo take, we call it, that Todd shot. Я хочу сейчас показать вот большую часть тех фотографий, которые были сделаны для этого аудиослайд-шоу. Typically he only had one day to spend with each subject. So all of these were shot in one day. Собственно, с каждым персонажем примерно один день был организован для фотографирования. То есть это все было сделано за один день. Then he would come back and work with a photo editor to edit the selection of 800 to 1,000 photos down to about 100. Затем он возвращался и вместе с редактором просматривали все фотографии, чтобы выбрать из 800 000 фотографий около сотни. And then they would work with the audio producer who conducted the interview. Затем они начинали работать с аудиопродюсером, который проводил интервью. And they would bring the final selection down to about 50. И окончательный подбор составлял около 50 фотографий. And then it was sort of up to the audio producer to figure out what worked with the interview. И, собственно, в конечном итоге окончательное решение о том, что лучше подходило конкретным отрывкам интервью, это было решение аудиопродюсера. And then together they would put the photographs in sequence. И они вместе составляли фотографии в последовательности. So that's those are the photographs. Вот, собственно, да, фотографии. One thing I want to say about this project was we learned 2 key things. И я хотела одну еще вещь сказать об этом проекте. Мы узнали 2 ключевые вещи. The stories worked much better when we did the audio first. Истории получались намного лучше, когда аудио записывали в начале. We would give the photographer the 3-minute edited audio story, and that was his assignment. И, собственно, мы давали фотографу 3-минутную уже отредактированную аудиоисторию, и это составляло его задание. So he would know from hearing the audio the emotions of the piece and what he was looking to shoot. Собственно, прослушав аудио, эмоции конкретной программы уже были известны фотографу, и он принимал решение о том, что лучше фотографировать. The other thing we learned is a question, is an answer. The other thing we learned is that a project like this is easier to get approved when you can use it to train lots of people in the newsroom. Что мы еще узнали, это то, что лучше проще получить одобрение, разрешение на проведение такого проекта, когда вы его одновременно используете для тренинга, для образования представителей вашей новостной службы. There are about 20 different audio producers who worked on this project. Около 20 разных продюсеров аудио работали над этим проектом. And we convinced our editors to approve this project partly by saying, at the end of this project, you will have 20 trained audio producers who can now help in working multimedia.
И мы смогли убедить наших редакторов одобрить этот проект, сказав, что, собственно, к концу, к завершению этого проекта у вас будет 20 аудиопродюсеров, которые уже полностью готовы, тренированы для работы с аудио и с мультимедиа. It also improved our understanding of using photos. Также мы лучше стали понимать, как лучше пользоваться фотографиями с аудио. And now I want to show you a project that was a disaster. А сейчас я хочу показать проект, который был просто ужасен. I'm not even going to play you the audio because it's so bad. Я даже не буду аудио проигрывать, потому что оно очень плохое. But this was an audio slideshow about a man who built a house with a solar-powered roof. Это была история человека, который построил дом с солнечными панелями, солнечными батареями на крыше. It was very boring. He mostly talked about a dinner party where a man came in a big winter coat because he was afraid the house would be cold. Была очень скучная история. В основном он говорил о большой вечеринке, которую он у себя устраивал, об ужине, на который какой-то человек пришел, один из гостей пришел в очень теплом пальто, потому что он был уверен, что замерзнет. But the real problem was we used every image we got from the photographer. Но основная проблема была в том, что мы использовали каждую фотографию, которую получили от фотографа. We didn't have enough, and so we ended up using identical images. А у нас не было достаточно фотографий, и в конечном итоге мы использовали практически идентичные фотографии. And I don't think we would do an audio slideshow like this today, but it used to be that our editors were saying, make some multimedia, it's all good, you know, whatever you can make, we like. И, собственно, сегодня мы бы ничего такого уже не сделали, но какое-то время назад наши редакторы говорили, делайте мультимедиа, все в порядке, просто делайте. So now we try not to do this anymore, and we're kind of done experimenting with audio slideshows and have standards and rules for when we decide to do an audio slideshow. And one of them is you need more photos. Собственно, больше мы таких проектов не делаем. У нас уже есть стандарты и правила, когда мы выбираем формат аудио слайд-шоу и что нужно в этих ситуациях делать, мы тоже знаем. And hopefully now what you see is better than that. Я надеюсь, что то, что вы сейчас видите, это лучше, чем тот предыдущий проект. So different people end up making different kinds of multimedia. Разные люди создают очень разные мультимедиа. And 1 in 8 million was started by an audio producer, a radio producer. Один из 8 миллионов этот проект был инициирован аудиопродюсером. Yeah. Радиопродюсером, извините. Because she loved the challenge of finding great talkers, great characters who could talk very well. Потому что ей было очень интересно, она такой вызов приняла внутренний, находить людей, которые очень хорошо говорят. But my very favorite producer of audio slideshows is a photographer. Но мой самый любимый продюсер аудио слайд-шоу является фотографом. Her name is Liz Balin, and she works at the Los Angeles Times. Ее зовут Лиз Бейлин, она работает в газете Los Angeles Times. And I would suspect that she picks her stories because she's looking for a challenge. Я подозреваю, что она выбирает истории, исходя из того, что является более сложным. She picks very difficult subjects to photograph. Она выбирает очень сложные темы для фотографирования. One story is about a child who was abused and can't have his face shown in any pictures. Одна история была о ребенке, ставшем жертвой насилия, и его лицо, естественно, нельзя было показывать в шоу. Others are about people who can't move, who are sick, who are stuck at home. А другие истории о людях, которые не могут передвигаться, которые болеют и не могут выходить из дома. And the one I'm about to play for you now is about a man who's morbidly obese. И то аудиослайд-шоу, которое я вам сейчас покажу, оно о мужчине, который страдает крайней степенью ожирения. And what you need to know about this story before we hear it are that this man has a massive growth on his leg. И что нужно знать, прежде чем мы начнем смотреть это аудио слайд-шоу? У этого человека очень большое новообразование на ноге. And the doctors need to do a scan. И нужно провести исследование. But he has to lose weight first because he's too big to fit in the machine. И, собственно, это мы говорим об МРТ, и нужно, прежде чем врачи смогут сделать МРТ, нужно, чтобы он потерял вес, потому что он не помещается в этот агрегат, машину для проведения МРТ. И дело в том, что если он вес не сможет потерять, он умрет.
And we meet him on a day where he's just lost a little weight. И мы встречаемся с ним в тот день, когда он потерял сколько-то веса. And you also need to know he used to be a performer who would sometimes perform as a character that was a woman. И нужно еще знать, что какое-то время назад он был актером, и он иногда играл роли, переодевшись в женский костюм. То есть, вот, я не знаю, как правильно это называется, человек, который играет роли мужчины, играющий роли женщин. Нет. And he's currently working on his PhD in neuroscience. И сейчас он пишет докторскую диссертацию по нейронауке. So again, just look for how the photos and the audio complement each other. Пожалуйста, опять обратите внимание, каким образом фотографии и аудио друг друга дополняют. Oh, happy day. Oh, happy day. You know, that was my very first thought. Oh, счастливый день. Счастливый день. Это была моя первая мысль. Какой счастливый день. Emily. Hi, how are you, Bella Stitch of the Stars? Эмили, привет, дорогая. I just got off the scale. Я только что сошел с весов. Вешу 539 фунтов. Yeah, last time I was on the scale, I was. Прошлый раз, когда я взвешивался, весил 569. Это было несколько дней назад. Я так счастлив. Это значит, что я могу гулять по пляжу с моим мужем. Это значит, что я могу вернуться работать в Калифорнийский университет. Это значит, что можно сделать МРТ. Это означает, что я не умру. Вот что это значит. Потому что я могу все сделать. Я иногда чувствую вес всего мира на своих плечах. Потому что трудно быть таким крупным. Трудно, очень трудно. Когда у кого-то очень большой избыточный вес, люди себя очень грубо и равнодушно ведут. Они говорят, смотрите, смотрите на толстяка. Люди думают, что причина в характере. Они думают, что можно что-то сделать с этим. И не нужно делать. Вы о себе не заботитесь. Поэтому они тоже не должны проявлять на уважение. Но реальность в том, что никто по своей воле не будет оставаться с таким весом. Эта болезнь забрала достаточно моей жизни. Я не отдам ей оставшуюся часть. С моей борьбой с весом, в конечном итоге, я смогу добиться успеха. Жизнь сделала меня упорным. В конце концов, я одержу победу над этим демоном. И почему я особенно люблю эту работу Бейлин, мне кажется, что очень много поэзии в том выборе, который она делает. Например, то, что она показывает, фотографию, где он смотрит на, опять же, фотографию слона где, и говорит в это время о том, как он себя чувствует. Or when he's sort of performing the voice of the people who make fun of him, behind him is that picture of him as this. Look at the fat man, look at the fat man. И когда он говорит о том, что люди себя ведут равнодушно и имитирует то, как над ним смеются на улице, а за ним, сзади, его фотография в костюме. And I think altogether, again, she makes very strong choices about how to give the viewer something to think about. There's Мне кажется, что она всегда делает очень сильный, с точки зрения художественной, смысловой выбор, что показать зрителю, чтобы он задумался. And altogether, the first year I worked at the New York Times, I worked on about 50 audio slideshows. А всего за первый год моей работы в New York Times я подготовила около 50 слайд-шоу. And while it's an interesting format and you can tell a beautiful story with it, there are also limits to what an audio slideshow can do. И несмотря на то, что это очень чудесный формат и очень сильные и интересные истории можно рассказывать с его помощью, но также существуют ограничения на то, что можно достигнуть с этим форматом. One of those limits is time. We have done some research at the New York Times. Одно из этих ограничений – это время. Мы провели несколько исследований в New York Times. We bring people into a room and we record them and watch them using our website. И мы собираем людей в комнате и записываем, и смотрим, наблюдаем за тем, как они пользуются нашим веб-сайтом. With their permission, of course. Естественно, с их разрешения, да.
And what we found is that if you have two stories that are identical, и то, что мы узнали, если есть две истории, которые идентичны, похожи, and one is 3 minutes and 1 second, and the other is 2 minutes and 59 seconds. И одна длиной 3 минуты и 1 секунду, а вторая 2 минуты и 59 секунд. Many more people will watch the 2 minute 59 second, and many people won't even click on the 3 minute 1 second. Очень многие посмотрят ту, которая длиной 2 продолжительностью, извините, 2 минуты 59 секунд, а большинство даже не кликнут на ту, которая продолжительностью 3 минуты 1 секунду. And then there are all the things that audio doesn't do very well, like complicated data. И есть много вещей, которые с помощью аудио трудно передать, например, сложные данные. And so sometimes we have stories that you know are too long or too complicated, and this format just doesn't work. Иногда у нас есть истории, которые слишком длинные или слишком сложные, поэтому и этот формат не очень хорошо срабатывает. And after doing about 50 audio slideshows, I started wanting to do different things. И после того, как я сделала около 50 аудио-слайд-шоу, я начала хотеть делать другие вещи. And next, I want to show you some exciting pieces that show you what's possible in multimedia, totally new formats that we've worked hard to create. И сейчас я хочу вам показать, что еще можно делать с использованием мультимедиа, абсолютно новые форматы, которые мы сумели создать. And for me, a lot of these pieces come down to the question, how do we keep people's attention? И для меня все это, многое из этого сводится к вопросу, как мы можем удержать сконцентрированное внимание людей. This piece is a small piece that we had during the Olympic Games. Это небольшой отрывок, небольшой материал, который мы делали во время Олимпийских игр. We wanted to show people what the difference was between a gold medal winner, a silver medal winner, and everybody else in skiing. И мы хотели показать людям, в чем разница между победителем, человеком, который занял первое место, второе место и всеми остальными. Это речь идет о лыжном спорте. So, what we did, one of our graphics producers made this little audio player that uses tones or sounds to show you the time difference in between each. Собственно, что мы сделали, один из наших продюсеров создал такой небольшой плеер, который проигрывает звуки, или тоны, можно сказать, демонстрируя временные промежутки, скажем так. Между разными вот, участниками соревнований получается разница. The difference between gold and loser. Да, вот в чем разница между золотом и проигравшим. So, that was a very unique way to explain something that we all watch on TV every 4 years. Собственно, это вот такой уникальный способ объяснить то, что мы смотрим все по телевизору каждые 4 года. Что происходит на самом деле? Значит, первый тон – это человек, который пришел, это финиши, да? То есть в одной линейке это, например, спуск с горы, как это называется, да, первый тон. Первый человек, который финишировал, второй, третий, четвертый, пятый, 48-й. То есть это как люди проходят стартовую финишную ленточку в конкретном соревновании. Ну да, то есть вот как в секундах это измеряют, нам показывают. Собственно, это реальное время по конкретным разным соревнованиям с лыжным. Как люди пересекали финишную черту, и это разница между ними в секундах. То есть тут первое место, второе, третье, четвертое. Ясно более или менее? Also, somewhat unfortunately, much of the news that we've had to cover in the last 2 years has been about disasters. К сожалению, за последние два года очень много в новостях мы вынуждены были говорить о разного рода трагедиях. And it's easy when you hear a story about an earthquake or a tsunami or a tornado to think that's really awful
how tragic, but not really understand the scale of the devastation. И очень просто, услышав о какой-то каком-то природной, какой-то природной катастрофе, о цунами, о землетрясении, подумать: да, это трагично, очень, очень, очень страшно, но по-настоящему не понять масштаб катастрофы. And I want to show you three projects next that really evolved in the way we've been covering these disasters. Я хочу показать три проекта, которые представляют своего рода эволюцию того, каким образом мы освещаем природные катастрофы. So the first is we went inside of the devastated national. In our panoramas, you can look all 360 directions up to the sky, down to the floor. Собственно, в этих панорамных снимках, изображениях, правильно сказать, можно посмотреть во все стороны, а 360 градусов вверх, вниз, вправо, влево. And this was a part of a set of about 10 panoramas we shot from different places in Haiti. Это одна из 10 панорам, которые мы сняли в разных местах на Гаити. We shot a panorama in a tent city, in an orphanage, in a devastated neighborhood and in a factory. Мы сняли панорамы в палаточном городке, в детском доме. Разрушенный микрорайон, район в городе и завод. Because we wanted to take people to Haiti who couldn't otherwise go and let them see in every direction. Мы хотели дать людям возможность фактически попасть на Гаити, у которых нет возможности туда поехать, и получить возможность увидеть все, что происходит, в разные стороны посмотреть. And when the tsunami hit Japan, it was a much more difficult challenge. Когда цунами случилось в Японии, это было намного более сложной ситуацией. Частично потому, что мы не могли отправить туда фотографа, было слишком опасно. И частично из-за того, что, собственно, масштаб разрушений был такой гигантский, что понять это было очень сложно. And so our graphics team looked for satellite photos of the affected area from before the tsunami. И наша команда, занимающаяся графическим дизайном, они нашли фотографии, снятые со спутника до цунами. And then recent photos or satellite images from after. И более недавние образы, фотографии после цунами. And you could see how an entire neighborhood was wiped away. И можно увидеть, как целые кварталы были просто разрушены, снесены. And we would update these every day that we could find a new one. You know, we would show different towns. И мы обновляли этот проект каждый день, когда мы находили новые фотографии, новые города, новые места. And most crucially, we also did it for the nuclear reactors that were being affected. И мы, очень важно, мы сделали то же самое с территории... как слово забыла? Фукусима, да. This feature turned out to be one of the most viewed pieces of multimedia we've ever done at the New York Times. Собственно, вот этот проект стал самым наиболее просматриваемым мультимедийным проектом, который мы когда бы то ни было делали в New York Times. Even a month after we published this feature, we were still getting more traffic to this feature than to our articles for that day's news. Даже через месяц после того, как этот проект был создан и размещен на сайте, трафика там было больше, чем на текущих новостях. We're very glad. Мы очень рады, что они да воспользуются. This happens frequently at the New York Times, and we are very blessed at our paper to have a very large staff of people who can create multimedia. Очень часто это происходит, и у нас такое благословение, которым мы пользуемся. У нас достаточно большое количество персонала, который создает мультимедиа. So we have the luxury of many resources to invent things, to spend time. Originally we came up with, sorry. И, собственно, у нас есть привилегия такая, иметь достаточно ресурсов и времени, которые мы можем затрачивать на то, чтобы создавать новые интересные вещи.
the first time we did a project like this, where we call it a slider. Первый раз, когда мы сделали такой проект, вот где ездила такая штучка. Was for an art project in New York. Это было изначально использовано для художественного проекта в Нью-Йорке. It wasn't a very important story. Не такая уж это была важная история. And then later, when it was the, I think, the anniversary of the Berlin Wall coming down, we did a slider again for showing Berlin before when the wall was up and now that it was down. И затем мы использовали это еще раз, когда праздновали юбилей разрушения Берлинской стены, и образы были Берлин до разрушения стены и после. And this is how we experiment on little stories that are not very important. И, собственно, мы таким образом экспериментируем. Мы экспериментируем с теми небольшими историями, которые не имеют такого большого значения. And then the technology is ready if a big story happens. И таким образом технология подготовлена к тому моменту, когда какое-то важное событие происходит. And it's very flattering when other news organizations use the same format. И нам очень мстит, когда другие новостные организации пользуются теми же форматами. We've seen with 1 in 8 million there was a French version of 1 in 8 million. Есть французская версия проекта 1 из 8 миллионов. We have a timeline template that now several different news organizations in the United States have copied. У нас есть такая временная линейка, которой мы пользовались. Сейчас несколько новостных организаций в США ею пользуются. And to us, it's the best compliment that we've done successful work. И нам это, мы это считаем самым лучшим комплиментом, подтверждающим, что мы сделали успешную работу. Нет, были ситуации, когда другие новостные организации фактически воровали что-то с веб-сайта и просто размещали у себя. Нам это, конечно, не мстит. But like all of our multimedia at the New York Times, we try and evolve it and change it and make it better every time we have a new story. Ну, собственно, как со всеми мультимедиа в New York Times, мы все время стараемся улучшать, изменять революционным способом все эти вещи, чтобы они становились все лучше и лучше. And just a few weeks ago, there was a devastating set of tornadoes in a town in the United States called Joplin. И несколько недель назад произошли просто серьезнейшие разрушительные силы торнадо в городе, в небольшом городе в США, который называется Джоплин. And here you see it's... И, собственно, здесь вы видите своего рода комбинацию, сочетание того, что мы делали на Гаити и в связи с цунами в Японии. Again, they used Google Maps and they took a view of the street in Joplin, and then we sent a photographer down to take panoramic pictures of the devastation. Собственно, левая сторона, мы пользовались Google Maps и для того, чтобы получить панорамное изображение улиц в этом городе, и затем мы отправляли туда фотографа, чтобы снять панораму тех же перекрестков, тех же улиц после торнадо. And I don't think there's any better way. I did not understand how bad this tornado was until I saw this feature. Но, собственно, я не понимала, насколько страшным это торнадо было, пока я не увидела вот эти снимки. And so all of these projects does what multimedia does very well, which is what is the story we're trying to tell, and then you just give the viewer what they need to understand. Собственно, как со всеми этими проектами. У нас проектор выключился. Собственно, вот как раз я и говорила о том, что как со всеми мультимедийными проектами, мы задаем себе вопрос, что мы хотим передать, транслировать читателям, слушателям, и соответственным образом оформляем эти проекты. Я прошу прощения заранее, может быть, я тороплюсь со своими вопросами. Но по мультимедиа очень интересно, и особенно технология, как совмещается работа радиорепортера и фотографа. Хотелось бы больше о технологии, например, звукозаписи, как проводится интервью, как потом... Вы сказали, что сначала фотографу дают прослушать готовый аудиовариант, как потом удается совместить или найти то настроение героя, которое есть в ролике зафиксированное. Чтобы было это все аутентично. Вот, то, например, вот этот мужчина с избыточным весом, там на одной фотографии он плачет. Это что значит? Фотограф моделирует ситуацию как-то? Right. Спасибо. Yes. Yeah. There are some different, several different ways that audio producers and photographers work together.
Собственно, есть несколько вариантов совместной работы аудиопродюсеров и фотографов. We think it's ideal if you can do the audio interview first, again, because it gives the photographer something to respond to that's concrete. Собственно, нам кажется, что в идеальной ситуации хорошо, чтобы у фотографа был аудиоматериал, чтобы он прослушал, и у него было представление о том, на что нужно реагировать, собственно. But sometimes you can't do that because you are documenting an event that's just happening once. Но иногда так не получается, потому что документируется какое-то событие, происходящее только один раз. And in those situations, it's a little bit like a dance between the photographer and the video reporter. И, собственно, в этих ситуациях у нас своего рода такой танец получается, который танцует вместе фотограф и репортер. And you have to do several things. One, you have to go in with a plan. Собственно, несколько вещей нужно обязательно делать. Первое, нужно следовать плану. So if I'm working with, if you are my photographer, we would discuss first what we think the story is going to be. Собственно, если вот мы с Эми работаем, я являюсь фотографом, то мы сначала обсуждаем... What we think the story is going to be. Мы обсуждаем то, какие истории могут быть. And then I use, you know, some signals. Sometimes if I'm doing the radio interview, and я потом использую какие-то сигналы, то есть мы делаем радиоинтервью, берем. So I'm leaning in and I'm doing my interview. И, собственно, я наклоняюсь и делаю интервью и фокусируюсь на чем-то. I'll give the photographer a look, like don't click your shutter, don't click your camera right now. Я буду смотреть на фотографа и говорить, нет, не надо снимать. Because this is a really good quote. Смотреть, то есть, потому что это очень хорошая цитата, и не нужно щелкать тут затвором фотоаппарата. And in the same way, the photographer will signal to me, you know, get out of the shot, get away. Take your microphone away, so that because it's a really good picture. He's crying right now. I want that picture. И собственно таким же образом фотограф будет давать сигнал, то есть, пожалуйста, выйди из кадра, убери микрофон из кадра, потому что очень хороший кадр. Человек плачет, например, в этот момент. So this is being done simultaneously. Yeah, it can be. Может быть, да. Sometimes you have to because it's, you know, something that's only happening once. Да, иногда так приходится делать, потому что какое-то что-то, что происходит всего лишь однажды. But it's easier, and there's a little more artistic freedom for both people if you can do one after the other. Вообще, в принципе, легче и художественной свободы больше для обоих участников, если можно делать это в последовательности: сначала одно, потом второе. And also, sometimes people will do both the audio recording and the photographs. Иногда один тот же человек, the same person, один тот же человек делает и аудиозаписи, и фотографии. And in that case, you cannot do both at once. It's physically impossible. Собственно, в этой ситуации одновременно все дело физически невозможно. Because as all of you as radio producers know, if you're getting good sound, your microphone is very close to the subject. Собственно, что получается, если вы записываете хороший звук, то ваш микрофон очень близок к тому, с кем вы говорите. So even if you're working by yourself, usually what my photographers who record audio say. Собственно, даже если вы работаете одни, то, что фотографы наши говорят, которые записывают аудио. They say they will start with a basic audio interview, just getting facts, names, places. Собственно, они, что они говорят? Они начинают с такого основного, да, интервью, где они получают фактуру основную, имена, название мест, даты. Stuff they don't need, so that they can warm up the subject to get comfortable. Собственно, что-то такое, что особенно им не нужно для того, чтобы, собственно, какое-то комфортное общение установить с интервьюируемым. Then they trade off and they do some photographs and then some audio. Some photographs and some audio. А потом они чередуют, они снимают сколько-то фотографий, записывают аудио, опять снимают, опять записывают. У нас, давайте мы сейчас сделаем перерыв, потому что мы половину времени нашего почти потратили, у нас по расписанию перерыв. А здесь дадите вам запрещение. Нет. Вопрос был, участвуют ли герои в подготовке. Не участвуют. В смысле уже в редактировании.